Несмотря на большой поток туристов, приемное отделение больницы за помощью в период новогодних праздников обратился только один приезжий ребенок. Как выяснили медики, ротавирусной инфекцией гость города заразился еще до приезда в Великий Устюг. В инфекционное отделение ЦРБ в первые дни года было госпитализировано 6 человек. Праздники прошли, скажу так, относительно спокойно. Под словом «относительно» я понимаю, что не было массовых поступлений травм, массовых поступлений инфекционных заболеваний. Но, несмотря на все это, больница заполнена полностью, отделения заполнены битком, можно сказать. За новогодние праздники, к сожалению, в родильном отделении Великого Устюга ни одних родов не приняли. Последнее рождение малыша здесь зарегистрировано 29 декабря 2018 года. На свет появилась девочка. Что касается мобильного ФАПа с флюорографом, который должен был поступить в Великий Устюг в конце уходящего года, пока оборудование в район так и не прибыло. Проблема следующего порядка. Данный ФАП завод-изготовитель не успел исполнить. Федеральные деньги, которые были отпущены на приобретение данного ФАПа, естественно, ушли обратно. На данный момент вопрос решается на уровне области, потому что вопрос оказания флюорографической помощи, особенно в районе, да и в общем-то и в городе, остается очень серьезным. Тот рентгеновский аппарат, который мы получили новый на советский 46, значит, данный рентгеновский аппарат должен еще получить разрешение Роспотребнадзора. То есть мы должны получить паспорт обследования кабинета, это по правилам, и разрешение Роспотребнадзора, чтобы он мог функционировать. Но это будет просто рентгеновский аппарат на два рабочих места новый. Флюорографию на нем делать тоже как бы нельзя. В настоящий момент флюорографическое обследование устюжане по-прежнему могут пройти в городе Красавино. Виктория Врабин, Тункарев, новости провинции.